Открывшийся в 2021 году теплый берег уже стал визитной карточкой Покачей, местом, где любят бывать и местные жители, и гости города. Он стал одним из проектов карты развития Югры, по которой живет и развивается округ и муниципалитет. Инициативные горожане предложили на месте старого лягушатника построить благоустроенную зону отдыха. Она, конечно, приезжала, собирали, выполняли, конечно, выступали, включая округи. Депутаты всех уровней партии «Единая Россия» курируют реализацию проекта в регионе. Кроме того, карта развития – настольная книга, по которой работают югорские власти. Так, в Покачах планируют в рамках народной программы реализовать еще один масштабный проект – парк активного отдыха. Построят его на территории лыжной базы. Пока здесь только прогулочные дорожки и трасса для любителей лыжного спорта. Власти хотят привлечь сюда как можно больше горожан. Планируют построить футбольное поле с раздевалками и трибунами, благоустроить территорию, максимально сохранив природу. Лес мы, как всегда, благоустраивая территорию, затрагиваем в исключительных случаях. Это на большой объем территории одно-два дерева, которые просто не попадают в габаритах, либо при строительстве какой-то, условно говоря, детской площадки влияют на безопасность нахождения. Поэтому вся была концепция, чтобы создать это в лесной зоне городских лесов, чтобы совместить прогулку, участие, занятия в спортах в лесном массиве. Пока власти города решают вопрос финансирования благоустройства нового парка, по футбольному полю уже заключен контракт на проектные работы. Известно, что после реализации всего задуманного в парке активного отдыха появятся велосипедные и прогулочные дорожки, в том числе для мам с детьми и людей с ограниченными возможностями. В планах начать строительство объекта в 2025 году. Ирина Гончарова, Михаил Адвахов, «Наши города».